Недавно с подачи одного канала вышло видео о том, что современная сода – это яд. Многие, конечно, переполошились. Но после того, как я услышала, что натрий хлор, который входит в состав соды – это хлорка и страшная отрава, все остальное просто перестало иметь для меня значение, потому что натрий хлор – это обычная поваренная соль, которую большинство из нас ежедневно употребляют и в немалых количествах. Первый мой ролик о соде вышел еще в 2016 году, поэтому я не только теоретик, но и практик. И к этому времени я уже достаточно долгий период применяла соду. О плюсах применения соды у меня есть отдельное видео, даже не одно. Сода у меня обычная, стерлитамакская. О ней же говорил Неумывакин, Закурдаев, не поясняя, какой именно ГОСТ необходимо применять, потому что, в принципе, разница между ГОСТами 76 года и 14 года не столь большая. Эту же соду применяет Владимир Лузай, и он добился значительных результатов, как, впрочем, и многие его подписчики. Так что я считаю, что обычная магазинная сода имеет место быть, потому что результаты ее применения очень интересные. В сегодняшнем видео хочу рассказать о том, почему я решила попробовать соду другого производителя. В своих роликах я уже неоднократно рассказывала, что от обычной магазинной соды имеются как положительные моменты, так и определенные вопросы. На меня она действует таким образом, что я просто мгновенно сбрасываю вес, и у меня также снижается давление. Для кого-то это может быть наоборот, будет большим плюсом. Да, для людей с излишним весом и с повышенным давлением это будет просто находкой. Также подруга мне недавно сказала, что от применения соды она очень сильно похудела, и она несказанно рада этому эффекту. Для меня эти эффекты от применения соды нежелательны, поэтому я надеюсь, что, возможно, натуральная сода может действовать иначе. Потому что, например, право- и левовращающие замеры никто не отменял. И, например, те, кто исследовал вопрос с синтетическими витаминами, знают, что хотя в них абсолютно точно воспроизведена химическая формула, но воздействие их на организм несколько отличается. А в некоторых случаях вместо ожидаемой пользы синтетические препараты могут, синтетические витамины или другие вещества могут принести вред. Вот это я и хочу проверить, используя натуральную соду. Поэтому, когда на сайте iHerb случилась очередная акция, я решила попробовать соду, о которой так много говорят. Американскую очищенную соду. И для интереса, если сравнить ГОСТ соды 2014 года, здесь мы видим обозначение соды как пищевой добавки Е500. Содержание гидрокарбоната натрия 99%. То есть эта сода содержит 1% примесей. Это, конечно, не очень приятный момент, но справедливости ради стоит сказать о том, что водопроводная вода, продукты, напичканные химией, мясо, выращенное на антибиотиках, вакцинах различных и так далее, содержат примеси, я думаю, в разы больше, чем то количество соды, даже если употребляем ее ежедневно. Поэтому здесь нужно из нескольких зол, конечно же, выбирать меньшее. Что же нам предлагают на сайте iHerb? Смотрим. Бикарбонат натрия 100%. Чем еще меня заинтересовало это предложение? Тем, что под упаковкой с пищевой содой есть очень подробная информация о том, как ее применять внутрь в оздоровительных целях. Тонкости и нюансы использования. Тут вот говорится, пол чайной ложки растворить. Так, далее говорится, что если человеку более 60 лет, тоже особые моменты и тонкости приема. Для всех интересующихся я оставлю ссылочку внизу. Можете почитать и ознакомиться как с инструкцией, так же и с отзывами на данную соду. Также можно зайти на сайт производителя. Да, под каждым товаром указан сайт и задать интересующие вопросы. Сейчас, конечно, многие напишут о том, что это реклама, но в свою очередь скажу, что если у вас есть ссылочка на натуральную чистую соду, которую можно приобрести по более интересной цене, с удовольствием рассмотрю все ваши предложения. Если же вам предложить нечего, то о чем тут, собственно, можно говорить? В этом видео я говорю только о себе, о том, что я приобретаю, мой опыт использования, а каждый вправе выбирать то, что нравится ему. На сайте iHerb я нашла три варианта
различных производителей соды. Вот на эту соду мне чаще всего кидают ссылочки. В ней якобы не содержится глютен, который по определению в ней быть не может. Она стоит дороже всех. Следующий вариант – это сода пищевая в оранжевой упаковке. Цена ее 3,29. И третий вариант – это сода вот в такой серебристой упаковочке. Вес везде примерно одинаковый, 453 грамма. Цена здесь вот указана. У этого производителя сказано, что необлучённая продукция, сода для выпечки высококачественная первой фармацевтической степени. В ней содержится чистый натуральный бикарбонат натрия из природных источников. Поэтому в следующий раз, скорее всего, я закажу именно эту соду. Есть отзывы, которые можно почитать. В отличие от синтетической соды, эта сода имеет срок годности. И производитель пишет о том, что после того, как упаковка вскрыта, этот срок годности очень быстро истекает. Возможно, это маркетинговый ход. В любом случае, я думаю, что нужно пересыпать в герметичную упаковку. Но опять-таки говорю о себе. Я сделаю так и думаю, что гораздо дольше, чем указано на упаковке, буду ее использовать. Так, резюмирую все вышесказанное. Так как меня постоянно спрашивают о том, какую соду именно я применяю, поэтому предупреждаю своих подписчиков о том, что пока временно я перехожу на прием американской соды. Посмотрим, какими будут результаты. Конечно, цена на сайте Herb в разы отличается от обычной магазинной соды, но я имею надежду получить результат от этой соды гораздо лучше, чем от обычной соды. Если не будет вариантов, я, конечно, вернусь к применению обычной соды, но если есть возможность попробовать натуральный продукт, почему бы и нет? О результатах я сообщу позже. Не забудьте оценить это видео. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Всем отличного здоровья. Всем пока!